Еще бы понедельник бы выходным сделать, тогда вообще бы супер было. Не помешало бы. Ну так они. Сходили погулять. Ой, и не говори. Что это было? Это кошмар. Ты помнишь, ты читал про это место в статье? Помню. Можешь еще раз открыть эту статью, прочитать? Хорошо. Нет, все хорошо. Этот предмет я нашел, когда мы были рядом с домом. Что это? Хороший вопрос. Интересно, что это за рисунок? Ты не перестаешь меня сегодня удивлять. Что не так? Да знаешь, все так. Вопрос у тебя хороший. Хотелось бы такие же ответы. Слушай, а ты не знаешь, это была женщина или мужчина? Я лица не разглядел. Мне кажется, это была женщина. Вот мне почему-то тоже так кажется. Смотри, что я думаю. Та женщина-призрак, которую мы видели, она могла быть тем, кому принадлежала эта усадьба. Мне вообще непонятно, почему призрак этой женщины существует. Возможно, ее убили. Но почему сразу убили? Возможно, она сама умерла здесь. Просто так не умирают. Не понимаю тебя. Ну смотри, если человек умер своей смертью, то его душа спокойно уходит в мир иной, да? А если человека убили, например, то душа, она вот ищет себе покоя. Логично. В той статье, которую ты читал, было упомянуто несколько женщин. Возможно, кто-то из них и есть призрак. Там было много упоминаний. Смотри, в этой статье упоминается о жене прокурора князя Вяземского, о Банне, дочери Алексея Орлова-Чемского, упоминание о садах, которое сохранилось в письме Марты Вильмотт 16 июня 1807 года. Тогда она посещала сады Нескучного каждый вечер. И последний вариант остается княгиня Голицына. Она умерла в 1842 году. И что нам это дает? Как это что? Это дает нам даже очень много. Жена генерала и Марта Вильмотт, они не могут быть призраками. Так же, как и Наталья Голицына. Почему не может быть? Она же была хозяйкой. Она умерла своей смертью. А жена генерала и Вильмотт, они не собственницы этой усадьбы. А вот Анна, дочка Алексея Орлова Чемского, вполне себе подходит. То это может быть ее призрак, который... Она подходит лишь в том случае, если твоя логика верна. А мы проверить это никак не можем.